привет, это канал «Деревенские будни» с Александром. Сегодня у нас суббота, 8 апреля. Сегодня планирую немного поработать, а именно займусь усилением фундамента вместе. Вот это старая пристройка, где у нас будет санузел. Так как кирпич там немножко треснул, видно, что здание проседает. Поэтому уже выкопал углубление возле фундамента. Сегодня планирую забить арматуру, завязать это все и залью бетоном. Я думаю, должно помочь. Дальше планирую пересадить перепелок уже с брудера в постоянную клетку. Новая клетка еще у меня не доделана, поэтому посидят в той клетке, которую я делал в прошлом году. Уже подремонтировал немного там капельное, вот это ниппельное паение. Она сейчас в прошлом году стояла в сарае в курятнике, сейчас она будет пока стоять в летней кухне. Ну, я надеюсь, временно. Вот, и потом сделаю обзор нашего хозяйства, покажу, как подрастают наши животные, и покажу, что у нас поменялось за это время вообще по нашему участку. Вот, ребят, вот этот угол немного проседает, решил его слегка укрепить, выкопал, вот сформировал, сейчас поставлю опалубку, не знаю, получится у меня, успею сегодня залью, нет, тоже в другой раз. Не знаю, насколько правильно то, что я сделал, это я не так часто сталкиваюсь с этим, но что-то получилось. Закончил с усилением нашего угла. Все хорошо, я думаю, сформировал. Залил, раствор делал 1:3, поэтому думаю, что будет надежно. С момента последнего ролика мы уже демонтировали старую крышу. Вот немножко приподняли само здание на 3 кирпича и уже сделали обрешетку. Пока уложу старый шифер, а потом уже в будущем, ну, скорее всего, что будет металлопрофиль. Вот так это выглядит снутри здания. Сейчас пока хаос. Но в скором будущем, я думаю, что все отремонтирую и будет красиво. Штукатурку тоже уже демонтировали. Заказал окна, они уже приехали. Вот немножко будет напротив окно поменьше. С этой стороны останется стандартное. Это что касается самой пристройки. По участку добавили вот канализационные кольца. Их привезли нам где-то 2 дня назад. А сегодня утром привезли столбы. Вот они лежат около здания. Сейчас покажу поближе. Ну, вот там. Это бетонные столбы. И забор будет вдоль всего участка проходить. Вот, заказал кольца. И 6. Точнее, это крышки и 6 колец.
будет два колодца по три кольца с переливом. Вот уже просыпаются наши пчелки. Понемногу вылетают. Одна из наших уточек уже села на кладку. Вот это белая. В прошлый раз первая села серая уточка. Учитывая, что они неслись все в одно место и нанесли уже более 30 штук, я оставил 18, но уже вчера еще 2 добавили. И поставил ящик. Вот тут остальные яйца лежат. Не знаю, мне кажется, когда та утка вторая увидит, что тут занято, то надеюсь, что она сядет в это место. Ну или если нет, поставил вот еще такой шифер кусок, положил соломы, может, сделает тут гнездо, потом эти яйца подложу остальные. Это уже село на постоянно, уже второй день сидит. Сейчас покажу, как наши хрюндели поживают. Так я еще не определился, какая кличка у них будет. Вот. Эти наши свинтусы. Мне еще предстоит убрать тут. Был косяк немного с ними, они были не проглистованы. Так вот я их проглистовал, но немножко уже лучше. Уже хотя бы хвостики начинают крутиться, а то вообще были невеселые какие-то. Продавец оказался не совсем добросовестный. Я ему звонил, потом говорил об этом. Он сказал, что типа забыл. Вот кушают они у меня тут в сухом виде корм. И когда есть время, то еще пока готовлю. Потом переведу уже только на сухой. Тут все по-прежнему. Как-то в день у них получается 12-10 яиц. Все стабильно. В инкубатор я закладывал куриное яйцо. И где-то еще дней 10-12 будут уже выводиться цыплята. Заложил 64 яйца. Посмотрим, что получится. В прошлом году было 2 раза пробовал, закладывал. Первый раз был плохой выход. Второй раз увеличил температуру на 0,3 градуса, получилось очень даже неплохо. Поэтому этот раз сразу температуру поднял. Посмотрим, что получится. Вот тут наши строкачики. Этот раз получилось тоже. Вот есть голубенький, такой пятнистый, голубым оттенком, и 3 таких, как папа, один черный, как мама. Уже самостоятельные, все кушают. В прошлый раз у меня такого окраса была самка, этот раз еще не смотрел. Малой еще пускай сидит. Этому уже 3 месяца. Братик этих малышей, что только что показывал. Тут у нас самочка Калифорнии. По-прежнему продолжаю. Даю им картофель отварной. Хорошо поднимает молочность. Вот ее малыши. Один малыш, это барашек, пересадил. Потому как, ну, барашки молочность хуже, пускай тут сидит. Остальные калифорнийцы.
Сегодня уже получилось покрыть эту самку Калифорнии. Покрывал ее также калифорнийцем. Чтоб через месяц уже будем ждать акрола. А тут у нас сидят кролики французского барана. Уже самостоятельные такие, большие. Все, кушают, выходят. На днях у нас был еще один акрол, родила вот эта калифорнийская самочка. Тут, наверное, 7 или 8 крольчат у нее. Еще голенькие, но пузатенькие. Как-то у Калифорнии молока хватает. И буквально где-то через 3 дня должна будет окролиться вот эта наша самка, помесь французского барана с бургундцем. Тут у нас также сидят калифорнийцы и 2 барашки от соседних самок. Наши перепелки на новом месте. Кому холодно, сидят в кучке. Кто не замерзает, то те отдельно. Все, ребят, на сегодня буду заканчивать наш видеоролик. Все животные покормлены. Сам тоже буду собираться домой. Сегодня у меня все. Всем мира, всем добра, всем пока.